12 апреля около 7 часов утра в Мелеузовском районе на втором километре автодороги Мелеуз-Антоновка в кювете обнаружено тело 30-летнего местного жителя, смерть которого наступила в результате дорожно-транспортного происшествия. Вскоре на место вернулась автоледи, которая совершила наезд на человека и признала свою вину. С ее слов, она испугалась и уехала домой. В 10 часов вечера на пересечении улиц Александра Невского и интернациональный Hyundai Accent догнал Приору. Редко такое происшествие происходит из-за простой невнимательности, ведь в городском потоке никак не среагировать на стоящий впереди автомобиль не так-то просто. И действительно, судя по дальнейшим кадрам, на которых видно, что происходит возле автомобиля, можно сделать вывод о алкогольном опьянении виновного. А проще я бы сказал, что ребята были в дрова. Неизвестно, чем это ДТП обернулось для водителя Приоры, но, как мы знаем, подобные веселые катания заканчиваются куда хуже. Но еще больше внимания у автолюбителей нашего города сейчас вызывают не ДТП, а лужи размером с футбольное поле. Водители попросту боятся проезжать сквозь водные преграды. Некоторые проваливаются в ямы под водой, вторые рискуют получить гидроудар. А местами асфальт вновь начинает уходить из-под ног буквально на ровном месте. Говорить о комментариях под этими постами, думаю, не стоит. Как говорится, шоу «Интуиция» начинается. Будьте предельно внимательны на таких участках дорог. А мы напоминаем, что следить за ситуацией в режиме онлайн в нашем городе вы можете на сайте maps.fanet.ru.